Здравствуйте, в эфире программа «Городская среда». Сегодня будем говорить о состоянии главной водной артерии страны. В последнее время в Днестре произошло резкое падение уровня воды. Экологи бьют тревогу, звучат заявления о катастрофических масштабах проблемы, называются причины и строятся прогнозы. Со стороны же чиновников, ответственных за состояние дел в этой сфере, исходит молчание. Так что же в действительности происходит с рекой, которая в буквальном смысле питает наши жизни? Поговорим с гостями программы. У нас в студии эколог, доктор биологии, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра «Экотирос» Илья Трамбицкий и советник президента Республики Молдова в области образования, науки и культуры Корнелий Попович. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сразу сделаем, так сказать, такой техническое описание проблемы. Дадим оценку сегодняшнему состоянию Днестра. Действительно ли так, как пишут мои коллеги-журналисты, которые бьют в набаты сегодня о том, что Днестр не просто мелеет, мы теряем водную артерию? Если мы будем говорить о сегодняшней ситуации конкретно, то все не так страшно. И то, что происходит с Днестром, это было мое предположение, основанное на том, что вот мы настаивали очень сильно на том, чтобы все-таки провести хорошо весенний экологический попуск. То есть это из-за того, что на Днестре построено множество плотин, то говорить о том, чтобы Днестр разливался так, как он должен разливаться согласно законам природы, в весенний период уже не приходится. И приходится имитировать данные разливы реки путем создания искусственных экологических попусков. То есть в то время, когда это должно быть естественное время, то есть, будем говорить, с середины апреля до середины мая, с пиком в районе 1 мая, следует увеличить количество воды в Днестре для того, чтобы вызвать размножение рыб и создать хорошие условия. Кроме того, помочь птицам, водноболотным птицам в дельте Днестра размножиться и, в принципе, как-то промыть саму реку. И в связи с этим мы настаивали на том, чтобы украинская сторона все-таки учла этот момент, накопила воду в Большом Днестровском водохранилище и в весенний период ее сбросила. Это немножко неудобно энергетикам, поскольку они как бы теряют воду в золотое время, то есть когда энергия особенно нужна, это зимний период. Тем не менее, вот украинская сторона пошла навстречу и начала накапливать воду в Днестровском водохранилище, чтобы довести ее до уровня где-то порядка 121 метр над уровнем моря, с тем, чтобы в весенний период, а именно с середины где-то апреля до середины мая, провести более-менее полноценный попуск. В связи с этим и связано то, что упал уровень в Днестре. Ошибкой явной украинской стороны явилось то, что они не проинформировали население. Точно так этого власти вообще это, как правило, делают, имеется в виду, не информируют. То же самое происходило, например, осенью на Дубосарском водохранилище, когда они по техническим причинам сбросили очень сильно воду в Днестровском водохранилище, никто ничего не мог понять. Если бы они просто объявили через масс-медиа, что это происходит и почему это происходит, все было бы спокойно. Вот. Точно так же и сейчас. То есть эти вещи нужно вовремя населению ставить в известность, что такие-то процессы идут, что это нормально и так далее. То есть получается, что мои коллеги, опять же, где-то отчасти спекулируют, допустим, на состоянии Днестра. Вот если упал уровень, то не нужно это... природно-техногенного характера причина. Да, конечно. Это природно-техногенного характера причина. Это подготовка идет к весеннему попуску. Потому что, к сожалению, воды в Днестре меньше, чем хотелось бы, и чем раньше бывало, и к этому нужно привыкать. Более того, эти весенние попуски каждый год придется отстаивать, потому что, естественно, если энергетикам ничего не говорить, они ничего делать не будут. Ну, тогда вот тревоги вызваны тем, что украинская сторона планирует построить на Днестровском гидроузле дополнительные энергетические ресурсы, я так понимаю, ввести в эксплуатацию гидроэлектростанции аккумуляторного типа или как? На самом деле эта аккумуляторная станция, она уже есть, просто ее мощности рассчитаны на большее количество генераторов. Сегодня работают три
хотят, Украина хочет 7. Вот, но она не может реализовать эти планы без того, чтобы Молдова уступила на длительный период в аренду часть Молдавского берега. Ну и смотрите, правительство Филата же уступило часть нашей территории, когда половину плотины на Днестровском гидроузле отдала, полностью практически отдала, ну, без каких-то особых, может быть, преференций для Молдовы. Да. Речь шла, наверное, об обмене там каких-то территорий на юге в ответ на вот... Ну, на самом деле, по-моему, хотя... обменяли часть предприятий молдавских, которые и так молдавские, но Украина не хотела их признавать, значит, выставляя их как предмет для обмена на признание, значит, на вот эту территорию. Я думаю, что там больше было предприятий, порядка 50, потому что речь шла раньше о 100 с чем-то предприятиях, сегодня идет о 52. Вот. Но было как раз, по всей видимости, причем это был такой секретный протокол, будем говорить, который подписан был в 2010 или 2011 году. В результате граница сдвинулась с середины реки, с середины дамбы на нашу территорию. И столбик там стоит сейчас на молдавской территории, а вся дамба и кусочек территории вокруг нее огорожен забором, на котором написано «заборонено» на украинском языке. Я понимаю. Но, судя по всему, Украине этого мало. Но мы к этому вот вернемся ненадолго. У меня, Корнели, к вам вопрос. Вот как видится эта ситуация вам? Насколько действительно, ну, мы, опять же, вернусь своим коллегам, журналистам, оправданы те тревоги, о которых сегодня много говорится в прессе? И даже не сегодня. В общем-то, эта публикация уже несколько лет выходит и в интернете, и в печатных изданиях, и также на телевидении говорится о том, что вот сегодня предмет разговора, опять же, Днестр. Насколько следует сохранять такое тревожное ожидание от состояния вот главной водной артерии республики? Ну, я думаю, что все-таки эта тревога обоснована. Конкретный случай, этот, который был, господин Трамбицкий объяснил, что сейчас произошло, но в общем контексте все-таки думаю, что эта проблема есть. И они говорят не один год, и практически экологи одним голосом говорят о том, что есть проблема, экологическая проблема на Днестре. Эта проблема связана с общей проблемой, связанной с обеспечением водой Республики Молдова. У нас со временем, если не будут предприняты конкретные меры со стороны правительства в том числе, у нас может появиться большая проблема насчет обеспечения населения водой и обеспечение качественной питьевой водой. И поэтому то, что случилось в последние дни, когда все увидели, что уровень воды упал, появился вот этот ажиотаж. И я думаю, что не только должен был озаботиться данной ситуацией господин Трамбицкий или другие экологи, но этой ситуации должны были в первую очередь заботиться представители властных структур. Они должны были поинтересоваться у украинцев, что происходит, что это такое, произошло что-то серьезное или это что-то, которое относится к конкретному периоду. Что касается того секретного договора, то да, он был подписан, об этом уже все знают, и в результате вот потери вот этой дамбы мы практически потеряли доступ к... И контроль над водой. Что касается постройки вот этих гидросооружений, которые планируются на Днестре, такая интенция существует у украинской стороны. И мы должны понять, что если этот проект будет реализован, то у нас будут проблемы. У нас будут проблемы с водой, у нас будут проблемы с экосистемой всего Днестра. Если я правильно понимаю эту ситуацию, для того, чтобы полноценно реализовать Украине вот этот вот проект по запуску гидротехнических сооружений, для стопроцентной загрузки всех турбин Украине необходима еще часть территории Республики Молдова. Да, 19 гектаров и с копейками.
Вот. Что это даст и какие возможны последствия? Да, ну, это нужно для того, чтобы повысить уровень воды в буферном водохранилище, откуда питается гидроаккумуляционная станция, примерно на уровень 7-8 метров по сравнению с сегодняшним. Для этого нужен Молдавский берег, чтобы возвести там дамбу и обеспечить вот этот уровень. Вот. У Молдовы как бы других аргументов в защите, таких материальных аргументов в защите экологического состояния Днестра, кроме вот этой дачи в аренду, нет. Потому что если это решение будет принято, то и не будет оно обусловлено целым комплексом мер по обеспечению нормального с точки зрения экологии функционирования самого гидрокомплекса, а также отказа от 6 ГЭС, которые планируются, и вообще желательно объявить мониторинг на любое гидростроительство после этого на Днестре, других аргументов у Молдовы не будет. Всякие международные соглашения, конвенции, они скорее такие, они мягкие, и они, в принципе, легко преодолимы. Но, тем не менее, такая жизнь такой вот артерии водной, которая ну, на карте Европы занимает достаточно заметное место, не может не регламентироваться международными соглашениями, хотя бы, в общем-то, вы говорите, да, они имеют такое, знаете, представительское значение. Но, тем не менее, ведь должен быть какой-то международный контроль, который бы сохранял бы жизнь этой реки. Видите ли, мы живем в реальном мире. И с одной стороны, предположим, тот же Европейский Союз, который должен выступать папой обеих стран в плане того, чтобы дать по попе кому-то, если он делает что-то не Давайте то. Давайте по рукам. Да, если угодно, по рукам. А то, мне кажется, это уже для многих политиков перестало быть чувствительным местом. Да, на самом деле у Европейского Союза разные интересы. С одной стороны, конечно, он говорит о том, что надо соблюдать и европейское законодательство, и значит, сохранять экосистемы, тем более трансграничные реки. С другой стороны, он заинтересован в электроэнергии Украины, потому что существуют большие фобии в отношении России в Евросоюзе, и они пытаются себя как-то самим себя запугать и самим себе, и как бы самим себе обеспечить какое-то еще такое безбедное существование на будущее, потому что и так Европейский Союз себя сегодня не очень хорошо чувствует, а вот эти выборы, которые будут летом, с очевидностью усилят такие деструкционные процессы в Евросоюзе, поскольку придут к власти в значительной мере, в значительно большей мере националистические силы, антиевропейские силы, и возможности Евросоюза ослабнут еще больше в плане того, чтобы как-то влиять позитивно на вот эти страны, которые окружают Евросоюз. Ну, может быть, надо было бы пожалеть Евросоюз, но тем не менее, смотрите, вот это решение позволить Украине реализовать проект обрекает, хотим мы того или нет, обрекает на новые условия выживания вот бассейна реки Днестр. Конечно. Ведь это наверняка будет сокращена популяция, видоизменены, ну не знаю, там, видоизменена фауна, вот эти вот уникальные природные заповедники, которые находятся вдоль реки Днестр, могут исчезнуть. Да и люди будут вынуждены покинуть. Конечно, то есть судьба этой территории для Евросоюза теперь что, ничто тогда получается? Ну, я повторяю, что для Евросоюза своя рубашка ближе к телу. Как и для любых людей здесь тоже. Когда был Холокост, большинство населения очень успешно выжило, и все было хорошо. Поэтому принципы простые. Они шкурные, но они естественные. Олигархам украинским нужна электроэнергия. Они своего добиваются. Кому-то что-то нужно, все нормально, как бы надо к этому относиться. Вот. Нет тут высоких материй больших и больших этических требований. Прошли наши выборы, они прошли с огромными нарушениями. Население решило, сейчас спокойно, не выходит на протесты, авось как-то обойдется. Поэтому надо понимать, что никто, кроме нас самих, за нас наши проблемы не решит.
Экологическая чистота последних вот парламентских выборов, конечно, отдельная тема для разговора. Если уже говорить о Днестре, Корнели, вот вам вопрос. Вот не вызывает ли вопрос, в общем-то, недоумение, мягко говоря, или, может быть, вопросов, все-таки вот эта беззубая позиция молдавского правительства, молдавских властей, чиновников в отношении того, что может случиться с рекой Днестр, если вот реализация украинской стороной проектов, ну, вот, будут осуществлены до конца? Да, эта позиция практически непонятна на официальном уровне, потому что есть многочисленные высказывания, многочисленные доказательства со стороны экологов, научной среды Республики Молдова, которые указывают на то, что реализация подобных проектов приведет к большим проблемам для всей Республики Молдова, потому что бассейн реки Днестр является, скажем так, основным источником воды для нашей страны. Я хочу сказать, не только для нас, наверное, ведь и Украина питается. И, ну, по определенным расчетам, это коснется регион. Более 10 миллионов человек. Это население Республики Молдова, близлежащие области Украины и Румынии. Поэтому позиция правительства в какой-то мере непонятна. То есть ведутся переговоры. И вот год тому назад представители руководства правительства объявили о том, что практически мы на подходе заключения договора с Украиной и нахождения консенсусного решения. Сейчас, месяц тому назад, руководство Министерства экономики объявило о том, что никаких переговоров нету. И никаких договоренностей не ожидать, не нужно ожидать и в ближайшее время. Я вам скажу еще одну странную вещь. Это довольно щепетильный вопрос. Это довольно сложный вопрос. То есть переговоры с Украиной насчет вот этого проекта по Днестру. И стороны, молдавская сторона должна иметь хорошие аргументы. А эти аргументы могут привнести лишь подготовленные люди, то есть специалисты в данной области. И для меня, например, странно, что в комиссии, которая участвует в этих переговорах, со стороны Молдовы, например, был исключен господин Трамбицкий. Он исключен, просто-напросто исключен из этой комиссии. И тогда появляется вопрос, а кто будет создавать вот эти аргументы со стороны Молдовы для того, чтобы мы защищали наши интересы? Это с одной стороны. С другой стороны, Молдова в том числе должна работать с украинскими партнерами, потому что на Украине тоже есть люди, которые здравомыслящие, которые понимают, что реализация вот этой программы до 2026 года по созданию вот этой энергетической системы, это пагубно, в том числе и для Украины. Поэтому нужно работать с научной средой Украины, потому что без конструктивного диалога, без взаимного понимания с украинской стороной мы данную проблему не сможем решить. И не сможет нам помочь никакой Евросоюз или какая-то другая международная структура. Нужно работать с партнерами из Украины и находить решение проблем. И мы не сможем без Украины решить эту проблему, потому что хотим ли мы или не хотим, но где-то до 80% объема утечки поверхностных вод на территории Республики Молдова формируется на территории Украины. С Украиной нужно дружить и нужно работать. Ну вот мы не выступаем ни в коей мере, например, противниками этого проекта. Энергетика — это важная вещь в жизни современного человека, но, возможно, было бы просчитать более, пусть и дорогостоящий, но более природоохранный проект по созданию вот этого гидроузла, создать его таким образом, чтобы, ну, нести взаимную ответственность, взаимное использование электроэнергии. Ну, Все-таки я думаю, что постройка этих шести гидростанций — это недопустимо. Это разрушит экосистему всего региона. Мы немножко о разных вещах, по-моему, говорим. В данном случае есть два комплекса. Есть гидроэнергоузел, который имеет дамбу основную на Новоднестровскую, и те шесть, которые новый ГЭС в равнинной части Днестра, в верхней части, но равнинной части, не горной, заметьте, которые только планируются и которые включены в программу развития гидроэнергетики Украины до 2026 года.
Вот. Если мы будем говорить о вот этой части Новоднестровский гидроузел весь, то как бы он будет, я думаю, все-таки построен. Единственное, что он должен функционировать таким образом, чтобы минимально влиять на экологические потребности Днестра. Но это мы говорим это о том, возможно. Как это будет на самом деле. Нет, ну вот для этого и, во-первых, молдавская сторона должна четко сформулировать, что требует в этом плане, на мой взгляд, включая и отказ от шести этих ГЭС наверху, но и в крайнем случае обменять вот эти 19 гектаров на все потребности, которые должны быть выполнены со стороны Украины, в том числе и обеспечение нормального термического режима в Днестре, что возможно только путем перестройки ГЭС-1, которая сегодня берет свою воду из глубинных слоев, которые сегодня имеют температуру 6-7 градусов круглый год. И это огромным образом очень сильно влияет на экосистему ниже по течению. Кроме того, эта вода прозрачна, она вызывает обилие водной растительности, которая потом отмирает, и вся эта, весь этот ил скатывается в Дубосарское водохранилище, где уже, в принципе, ила очень много. Днестр превращается в озерную территорию, да. В озера, многочисленные озера. Да. Ну, ведь мы с вами реалисты. Когда мы говорим, что, например, можно было бы поставить условия, по которым Украина должна была бы выполнить те или иные условия. Но ведь я почему сказал, что мы с вами реалисты? Насколько я знаю, в Украине особых средств, а тем более на этот проект, в казне нет. Мы тоже живем в стране, которую нельзя назвать экономически успешной, и собственных средств. Тут бы такого в штаны бы удержать бюджетникам, я уже не говорю о каких-то перспективах отношении там, экономических проектов. Китай пообещал деньги. Вот, Но опять же, мне кажется, что шелковый путь, большой шелковый путь, как раз не проходит по этим территориям. Насколько Китаю это выгодно? Есть заявление официальных лиц Украины, что есть желающие участвовать в этом проекте, в том числе и китайская сторона. А Китай привлекает молдавских специалистов для того, чтобы, например, сделать некоторое предложение в технической реализации этого проекта с учетом требований молдавских тех же экологов? Китай, в принципе, только на своей территории сейчас начал мыслить более экологично. Что касается экспорта, финансирования экстра вне Китая, то там ни о каких экологических требованиях речи быть не может. Так что это говорится о том, что за это возьмется Китай, то это, мне кажется, еще хуже, если бы Китай дает деньги, а ответственность лежит по-прежнему на украинцах. Да, и были еще слухи о том, что эту структуру могут приватизировать. То есть, если это будет выставлено на продажу, то может купить Китай или какая-то другая страна, которая будет иметь главной своей целью не сохранение экологии, экологической системы. А свой частный интерес. Зарабатывать деньги на электроэнергии. А когда энергетики зациклены на зарабатывание денег, то об экологии уже нельзя говорить. А что касается Молдовы, то в Молдове проблема воды есть, и я думаю, что со временем она усугубится. И даже статистика указывает на то, что в последнее время увеличилась интенсивность случаев засухи. Вот, например, за последние 18 лет 9 случаев, скажем так, засухи были оценены как катастрофические. Например, с 1945 года по нынешний день было 38 случаев серьезной засухи на нашей территории. И из этих 38 13 случаев имели место после 2000 года. То есть интенсивность повышается. Нам понадобится вода. И, соответственно, появляется конкурентность за воду не только на территории Республики Молдова, потому что вот есть различные экономические агенты и так далее. Есть необходимость потреблять больше воды. Но и на региональном уровне. Чувствую, что гидроэнергетики этим даже спекулируют. Они говорят, все, что плохое происходит в Днестре, мы не виноваты. Это изменение климата. Действительно,
вот вся северная часть Причерноморья, ученые говорят, это климатологи, все, она обречена на более сухой климат. Здесь будет меньше воды, и совершенно естественно, что в Днестре в среднем будет каждый год все меньше примерно на 1% воды. В среднем, я говорю, это не всегда легко посчитать, но так оно и будет. Вот, поэтому к этому надо готовиться и, соответственно, не создавать дополнительные проблемы. Потому что цивилизованный мир идет по обратному пути. Только в прошлом году в Соединенных Штатах было ликвидировано 80 существующих плотин на реках. 80. А мы, наоборот, тут наращиваем от 4 до 10. Это дикость, на мой взгляд, с точки зрения будущих поколений. Но есть еще одна проблема, то есть наша внутренняя проблема. Мы загрязняем сами Днестр. То есть мы вырубаем лесополосы, мы нерационально используем землю, мы засоряем в том числе и Днестр различными отходами. И, соответственно, мы создаем собственными руками проблему, связанную с количеством и качеством воды на территории Республики Молдова. Ну, насколько я знаю, в Сороках эта проблема одна из первых, это отсутствие очистных сооружений. Сороки — это пример того, как заколдованный город не может решить длительное время, причем при том, что деньги были, деньги международные давали, все, нет. Это нам не нравится, то нам не нравится, в результате 3000 кубометров каждый день идет, вот буквально канализация, идет прямым ходом в Днестр. Мы недавно сняли фильм, это видно. То есть есть природные сооружения, так сказать, очистное, которым город пользуется? Нет, никакого сооружения там нет, там просто сточная канава идет в Днестр прямым ходом, никаких очистных там абсолютно нет. Вот, но уже, слава богу, 27 лет или 28 лет независимости уже за это время можно было как-то, при том, что эта проблема и ото дня в день будируется украинской стороной, и молдавская сторона согласна, и каждые переговоры между Молдовой и Украиной зацикливаются на Сороках. Хотя Могилев-Подольский не без греха, Ямполь тоже не имеет никаких очистных сооружений, то же самое тоже происходит. Не маленький город. Но наши почему-то этот вопрос не поднимают у меня, значит, при переговорах. А вот Украина, как бы, а у вас то, а у нас то. Смотрите, какой потенциал все-таки мощной реки Днестр, потому что, в принципе, все дружно ее засоряем. Да, и в этом контексте я хотел также упомянуть несколько статистических данных. А именно, согласно Национальному бюро статистики, из общего числа систем водоснабжения в Республике Молдова, а их 1214 единиц, только 164 из 1214, только 164 оснащены канализационными системами. Остальные это получается прямые из которых функционирует только 141 система. Из количества функциональных канализационных систем 106, только 106 оборудованы очистными установками, из которых функционирует лишь 91. То есть мы понимаем, что все эти сточные воды, они засоряют нашу землю, засоряют наши реки, озера и так далее. И еще интересные данные. Из функциональных очистных сооружений ни одно не очищает сточные воды в соответствии с нормами, установленными молдавским законодательством. То есть закон практически не функционирует. То есть для того, чтобы хотя бы начать решать вот эту проблему, а это будет основной проблемой Республики Молдова, то есть обеспечение водой, нужно проявить вначале политическую волю. Нужно применять закон, нужно разрабатывать конкретные политики в этой области. В противном случае мы будем пенять на Украину, на кого-то еще, но мы сами своей инкомпетентностью разрушим экосистему страны. Теперь понятен замысел Евросоюза. Меньше людей,
вдоль Днестра меньше проблем у Днестра. Ну, нет, а мы будем создавать электроэнергию. Нет у Евросоюза таких негативных задумок, так оно получается. Ну, потому что если управление страной обычная хорошее... Обычная трактовка, когда кто-то говорит, ну так получилось. Да, потому что когда управление страной хорошее, люди живут счастливо, и доходы растут. Все в порядке. Когда... Управление хорошее, это когда, получается, руководители страны отстаивают интересы своих сограждан. Именно так. Мотивация существует. И когда политика, проводимая политика, обдуманная политика, и когда берется в расчет мнение экспертного сообщества, специалистов в области. Потому что, опять же, мы говорили о центральном уровне управления, но есть проблемы, большие проблемы и на местном уровне, проблемы, связанные с обеспечением качества воды. Засоряются пруды, засоряются маленькие реки. Местная власть практически на эти все проблемы не реагирует. И сейчас мы подошли к такой ситуации, когда у нас колодцы, более 85% из колодцев Республики Молдова содержат довольно большое количество нитратов, аммиака и других вредных примесей, которые непосредственно влияют на здоровье людей. У нас более 50% подземных, скажем так, вод не могут быть рекомендованы для употребления в пищу без предварительной обработки. И эта засоренность, скажем так, тоже в основном дело рук наших граждан. И отсутствие политической воли со стороны местных властей и центральной власти. Да. И в этом контексте вот есть проблема, связанная с маленькими реками. Что с ними происходит? Тот же вот бык наш в Кишиневе. И вот Реут, помните, на берегах которого мы выросли, во Флорештах, я помню, как рассказывал мой старший брат, купался в этой реке. Мне же досталось, то есть мое детство прошло возле речки Вонючки, если можно так выразиться, в эфире. Но, тем не менее, вот что хочу сказать. Ни в коей мере не против дружбы с Европейским Союзом. Но, честно говоря, эгоизм этого европейского сообщества немного, знаете, вызывает удивление. Понятно, что мы живем в мире, где каждый за себя. Украина за свои интересы, европейское сообщество за свои интересы. Но вот интерес Молдовы в таком случае как-то растворяется среди всего этого. И мы не видим, мы не защищены, получается, от идеи реализации, то есть выкручивания последних соков из реки Днестр во имя энергетики, в то время, когда, смотрите, вот вы приводили цифры о засушливости, а сколько было засух, и, в общем-то, они были и в тот период, когда на Днестре не было плотин. То есть уже и тогда существовала угроза засухи, и понятно, почему в советское время, например, власти пытались как-то смягчить последствия от возникновения плотин. Вот была попытка, так сказать, Буджарскую степь, так сказать, оснастить целым мощным каналом. Сегодня только останки этого канала можно наблюдать, и понятно, что... Это была большая ошибка. Да. Ну, опять же, это с точки зрения экологов, и мы прислушаемся, наверное, и тогда, знаете, госпланы, и все по-своему решали. Ну, хорошо, что этот план не был осуществлен. И у нас есть, скажем так, предпосылки к тому, что и эти шесть построек на Днестре тоже не будут построены, исходя из бюрократических препонов, коррупции, воровства и так далее. То есть коррупция нам поможет. Ну, не знаю, как можно ли уповать только лишь на коррупцию в государстве, но дело в том, что, смотрите, ведь и в этом деле задействованы китайские деньги, а китайцы, как правило, любят доводить проекты до логического завершения. Ну, вы знаете, на самом деле эти 6 ГЭС, они экономически не так выгодны. Они выгодны только для того, чтобы бюджетные деньги отмыть на строительстве. То есть разовая операция? Да, для какой-нибудь избирательной кампании. А в принципе это... Эти новые водохранилища занимают плодородные земли, они вызывают потребность отселения многих населенных пунктов, они разрушают структуру для туризма, и в целом они несут множество негативных последствий для того населения всего вот этого региона Среднего Днестра. Вот, поэтому
здесь нельзя говорить о том, что китайцы сильно будут заинтересованы. А в чем их интерес? Кроме они вкладывают в то, что действительно выгодно. Я так думаю. Я не китаец, мне трудно судить, но, наверное, так. Понимаю. Ну, что выгодно китайцу, бывает выгодно и украинцу, знаете, но невыгодно нам, молдаванам. Да, но эти деньги в таком случае придется отдавать Китаю, Украине, я не знаю. Понимаю. В любом случае мы должны думать о нашем будущем, конечно. Потому что то, что случилось на днях, когда упал уровень Днестра, и это было техническим процессом, скажем так, это сейчас так случилось. Но со временем, в стратегическом, скажем так, в будущем может случиться, что это будет повседневной реальностью. Мне кажется, это уже система. Я вам скажу так, в архиве нашего телеканала хранятся кадры, когда наш журналист пешком прошел по дну Днестра, и это не была какая-то операция по осушению Днестра на какой-то 1-2 часа, или кто-то развел берега, так сказать, воды в стороны. Нет, Днестр в районе Вадулуйвод протекал, знаете, таким утлым ручейком, где и по дну этого ручейка можно было перейти справа на левый берег. И мы это снимали, мы тогда, в общем-то, это года два назад, наша журналистка делала репортаж на эту тему. И мне кажется, что вот эта вот ситуация сегодняшняя, она уже системная с Днестром. И тогда задаемся вопросом, не случится ли так, что мы уже накануне того, что можем пройти такую точку невозврата в развитии или в жизни вот этой вот водной артерии? Вот вам, как экологу. Ну, я повторяю, что мы постепенно количество воды в Днестре будет уменьшаться, потому что в первую очередь из-за изменения климата. Также оно будет уменьшаться потому, что в Карпатах вырубают леса, и они не скоро восстановятся. И поэтому они будет чаще ситуация, когда вода быстро стекает, которая выпала. Мы же видим, что не так много снега там скопилось, например, за зимний период, как раньше. И, соответственно... Уровень воды в Днестре будет ниже. Да? Соответственно, да. И этот процесс будет усугубляться, даже без ГЭСов, а с ГЭСами тем более. ГЭСы увеличивают потери воды, не исключено, что вода уходит в водохранилищах, уходит в карст, часть потери происходит. Вот. Поэтому в целом к этим вещам надо относиться очень серьезно, на мой взгляд. И более того, искать пути для обеспечения того же Кишинева, например, за счет многократного использования той воды, которая уже использовалась. В Израиле 80% всей воды проходит по второму разу и по третьему и так далее. Поэтому надо к этому привыкать и надо искать пути. То вот есть, есть объективные процессы, которые мы не сможем приостановить, но есть вещи, которые мы сможем предпринять для того, чтобы минимализировать эти риски. И взять под контроль ситуацию. Для этого нужны эффективные политики. Может быть, назрела ситуация, когда нужно создать национальный комитет по спасению. Не просто не по охранению Днестра, а по спасению Днестра. Комитеты должны выигрывать качеством, а не количеством. Вот, потому что сколько мужчин не собери, они ребенка не родят. Сколько мы чиновников не соберем вместе, они не улучшат ситуацию, потому что не знают, как это сделать. Вот, надо ставить на подготовку кадров, на молодежь, на привлечение классных специалистов и на главное, на то, чтобы не было коррупции. Потому что любая благородная идея через коррупцию теряет всякую эффективность. Мы это видим. А в комитет, который называется правительство, должны попадать и компетентные люди, которые бы ратовали за интересы своей страны. Да, в этом году меня повторно не включили в эту комиссию Днестровскую. Да. Ну что ж, тогда надо, наверное... По инициативе молдавской стороны. Нет, но это целиком молдавское правительство решает вопрос. Наверное, там есть первый отдел, такой, как вот был в советское время от КГБ. И они рассматривают каждый раз. Пятая статья и в паспорте не вышли. Ну, в данном случае пятая статья и роли никакой, на мой взгляд, не сыграла. Сыграла просто моя позиция в сохранении Днестра и зачастую критика правительства.
в том числе и сегодняшняя передача. Так что шансов там оказаться очень мало в дальнейшем. Разве что сменится правительство, в чем я очень сомневаюсь. Не, ну давайте оставаться оптимистами, иначе мы сейчас заговорим телезрителя, и он переключится на более оптимистический телеканал. Это не так принципиально, мое там появление или не появление, если в целом тенденция нынешняя сохранится. Буквально полминуты у нас с вами осталось. Корнели, вот в качестве заключения, вот ключ к решению проблемы, на ваш взгляд, где лежит? Ключ для решения наших проблем лежит у нас дома, в Кишиневе, в нашем правительстве, в парламенте, в президентуре, в нашем обществе. Поэтому, если мы хотим, чтобы мы жили нормально, хорошо, здорово, мы должны над этим думать, работать и воплощать в жизнь. Согласен. Илья, обязательно, я обещаю вам, что мы обязательно поддержим вас с точки зрения вот всех инициатив по спасению или, ну, в общем-то, по сохранению Днестра. И я, в общем-то, насколько знаю, мои журналисты всегда выезжают на какие-то, ну, выезжают на какие-то мероприятия, которые вы проводите. Будем следить за этой деятельностью и, ну, в общем-то, по мере сил помогать вам сохранить. На самом деле есть все-таки Днестровская комиссия. Хоть и без меня, но она направлена, в принципе, ее деятельность направлена на то, чтобы как-то балансировать интересы окружающей среды и другие интересы, разрушающие Днестр. Поэтому будем надеяться, что вот этот процесс, который идет между Молдовой и Украиной, он как-то все-таки выведет нас на более эффективные решения, тем более, что и в самой Украине нет единства позиций, потому что, например, водные агентства, Министерство экологии и природных ресурсов, они, например, никогда не давали добро на строительство вот этих 6 ГЭС в среднем течении Днестра. То есть они осознают все пагубные последствия, поэтому будем надеяться, что и в Украине как-то возобладают здравый смысл. Да. Спасибо большое. Я надеюсь, что в этих комиссиях, особенно когда учитывают окружающую, так сказать, среду, туда не включают чей-то частный интерес, а именно интерес природы, интерес граждан Республики Молдова. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был доктор экологии, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей Днестра Катирос Илья Трамбицкий, советник президента Республики Молдова в области образования, науки и культуры Корнелий Попович. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас.